Короче, вот это вот покрашено. Здесь видно, что посветлее. Все-таки надо прокрашивать, конечно. Лучше получается. Вот здесь тоже, видишь, светлое. А вот это покрашенный лист. Вот. Ничего, в принципе, фигня красить. Ерунда. Сейчас вот здесь вот будем зашиваться. Вот эти вот. Короче, начали вот с этой стены. Вот. А здесь оказались листы 125-е. А следующие 122-е. Видишь, какая разница? Это вот, наверное, первые листы, которые покупали. А вот те последующие. Ну, в принципе-то и пофигу, что они не 125-е. Тогда шов не будет идти за ним. То есть внахлёст тогда пойдет туда дальше, на обшивку, и все. Вот. Короче, вот я шпингалетик тут приделал. Вот. Ну, это все из остатков, видишь? Раз, 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 раз. Все, короче, мы пошли дальше работать. Новый год к нам приходит, Новый год к нам приходит. Новый год к нам приходит. Здесь красиво, вон, смотрите, как. Сегодня родители украсили. Все тут повесили. Просто красота. Ну а что нет? Вот здесь лист поставил. Видишь? Замок сделали. Чтоб не дуло вот эти вот щели. Сделали щельник. Все эти дела. Мафон поставили. Музыка теперь играет. Свет сделал. Все тут. Все отлично. Четко все промазал, все резинки почистил, все тут все чистенько, охуенненько, заебись. Внезапно еще ходит, но это мы потом подделаем. Главное, что оно закрывается, все четко вообще, как чечетка, ёпты, красота теперь. Здесь вон грязь. Вымел такую, видишь, перестилал уже сегодня. Туда пришлось пол. Туда. Вот, вот он торчит. Ветрозащита. Вот. И все сюда унесли. Вату всю сюда унесли. Что она там будет делать? Нечего там делать ей. Вот. 7 листов осталось. У избишки 7 листов осталось. Вот. Так что вот. Что вот давай. Thank you.